портативные часы. Это уже вторая серия по этой игрушке, и как обычно смысл ее заключается в том, что якобы существуют какие-то альтернативные версии людей, которые могут оказаться даже твоими родственниками, с которыми ты живешь в одной квартире. Наша задача — следить по камерам и замечать все аномалии, которые происходят в этом доме. Кстати, я узнал, что тут, оказывается, в настройках можно было сделать все красочным. То есть, помнишь, в прошлом ролике все было черно-белое? А оказывается, это все дело настраивается. Короче, у нас есть разные комнаты, и у нас есть список аномалий, которые могут здесь произойти. Я весь этот список аномалий записал к себе в телефон. Поэтому я, если что, буду туда подглядывать. Ну а мы должны смотреть и замечать какие-то изменения, которые здесь происходят. В прошлый раз под роликом было миллион комментариев, что я чего-то там не заметил, что-то поменялось, а я этого не увидел. Скорее всего, под этим видео тоже будет куча тайм-кодов, где кто-то из подписчиков кого-то увидел, что-то увидел, а я этого не заметил. Поэтому, если ты вдруг что-то увидишь, обязательно пиши в комментариях, я потом буду пересматривать этот ролик. И мне будет интересно заметить, что тут вообще произошло. Так, подожди, сейчас здесь моргнул свет. Это что, это какая-то аномалия? Я не знаю. Какая жуть, что тут... Подожди, это что за день? Ты видишь, тут картина другая. Картина другая. Я точно помню, что картина в прошлой серии была другая. Может, игра просто обновилась, здесь картина поменялась? Но нет. Мне кажется, это точно аномалия. Здесь какой-то мужик был страшный, а теперь обычный мужик. Или, может, это такой был? Да, аномалия убрана. Хорош. А почему тот мужик — это аномалия, а вот это не аномалия? Ты посмотри, какой он злой. Ладно, допустим, хорошо, что мы все заметили. В прошлый раз, кстати, кто-то был в ванной. Я капец как обосрался, что-то начал тыкать. Но я так и не понял, что это была за аномалия. Может быть, это был Pure Form? Это тень с белыми глазами. Я обосрался! У нас заиграла музыка в радио. Это у нас подвал. Подвал — это что? Я не помню. Подвал — это вот это. Вроде бы подвал — это вот это. И тыкаем электричество и репортим срочно. Это вот аномалия. Сраная музыка. Капец, я уже обосрался. Видео только началось, а я уже обкакался. Все, мы убираем эту аномалию. Мы ее заметили. Это самое главное. На самом деле, аномалии с электричеством — это самые легкие аномалии, потому что их невозможно не заметить. Ну, как бы начинает что-то играть, какая-то музыка. И не заметить это очень сложно. Я ни разу не видел здесь аномалию, хотя каким-то случайным образом я ее в прошлый раз убрал. Давай я на всякий случай тыкну. Что здесь что-то поменялось, я не знаю что, но пусть что-то ищется, возможно, что-то найдется. Картины, картины вроде бы все на месте. Здесь у нас ангел. Так, аномалия. Аномалия не убрана, не найдена. Так, 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 так. У нас в ванной выключилась камера. Это аномалия, это электричество. Все нормально, это мы убираем, это мы сразу убираем. Капец, ты посмотри, у меня уже уровень опасности, уровень аномалии evident. Мне написали в комментариях, что когда там написано evident, это все, это типа хана, я могу скоро проиграть. Аномалии evident, а я не вижу, что что-то поменялось. Окей, давай я тыкаю, что в зале произошла какая-то перестановка. Я не знаю, что изменилось, но что-то точно поменялось, потому что у меня уже уровень опасности evident. Я не знаю, как это переводится. Нет, не найдена аномалия. А где? А где тогда что-то поменялось? Нужно быстрее смотреть. Смотри, в ванной что-то есть. А у нас тут... Да что? Слишком много аномалий. Где они? Я их не вижу. Где эти аномалии? Блин. Мне кажется, я слепой. Мне кажется, я слепой. Что-то точно поменялось, но я не вижу просто что. Твою мать. Ты проиграл, ты нашел всего три... Да как? Ну как это вообще сделать? Подсказка. Мимики могут копировать объекты или становиться объектами, которые кажутся, что подходят. А, походу, эта звездочка, которая в детской комнате была, это и есть мимик. Все, я... То есть, короче, если появляется какой-то предмет, которого не было, это значит, что это не дисплейсмент, а это мимик. Все, главное запомнить, какие тут вообще предметы есть, и все будет очень просто. Пока что ничего не вижу. Вроде все на месте. Пуфик на месте, фотографии все. Так, моргнул свет, это значит, что здесь что-то появилось. Я как понимаю, это именно так работает, поэтому я сразу сюда тыкаю, что якобы здесь что-то появилось, но я не знаю что. Картина на месте, телевизор не включен. Аномалия! Видал? Мне лайк показали. Это намек. Это намек на то, что нужно поставить лайк. Ну только что? А что там появилось? Что-то переставилось? Я не понял, что... Ладно, не важно. Главное, что мы убрали аномалию. Это самое главное. Я буду по КД тыкать какие-то аномалии, потому что на всякий случай. Просто на всякий случай буду тыкать. Вдруг... Тарелка! Тут тарелка, ты видишь? Я точно помню, здесь не было тарелки. Или мне кажется... Так, это у нас аномалия не найдена. Я думаю, что здесь мы тыкаем на кухню, и здесь тыкаем мимик, потому что здесь появилась тарелка. Или она переставилась откуда-то. Я и точно помню, что вот здесь не было тарелки. Это она... Да! Капец, я хорош. Все, это мы убрали. Зашибись. Идем дальше. Здесь у нас что-то поменялось. Вроде бы ничего. Опа, подожди. По-моему, вот этого здесь не было. Или, да, дисплейсмент, либо мимик. Если не получится перестановка, то тыкнем на мимик, потому что вот этой вот штуки я не помню здесь. Я не помню, чтобы на лестнице лежала какая-то срань. Так, аномалия убрана. Да, я тебе говорил же, она лежала...
Мигнуло что-то. А что случилось? А нафига оно мигнуло? Так, хорошо, я тыкаю на всякий случай здесь сразу же дисплейсмент и ищу дальше. Здесь что поменялось? Нет, смотри, здесь все на месте. Что пикнуло? Что пикнуло? Ну мне не нравится, что что-то пикает вообще. Нифига тут не поменялось. Ну где? Где что-то поменялось? Хорошо, может мимик? Может мимик на лестнице? Так, аномалия? Аномалия убрана. У меня телефон сел! У меня телефон сел, твою мать! Я теперь не смогу подсмотреть. Я остался без подсказок. Что это было сейчас? У меня шиза или я только что видел там какое-то лицо? Так, подожди, я ничего не понял. У меня сел телефон, у меня теперь нет подсказок и придется тыкать на рандом, точнее не на рандом. Тюльпа, это что, тюльпа? Я не помню, что это, у меня подсказок больше нету. Все, капец, телефон сел. Я, кстати говоря, еще ни разу не видел людей. То есть мне сказали, что здесь вообще реально ходят вот эти монстры из каталога Манделы. И я их могу как-то заметить. Но я ни разу их еще не видел. А, нет, подожди, я в прошлый раз видел чувака в туалете, но это был не вот этот вот черт, про которого вы говорите с размазанным лицом. Это кто-то был другой. Так, здесь что-то поменялось, здесь слишком много аномалий. Все, опять у меня шепот, мне говорят, что слишком много аномалий. Шепот этот просто, это типа означает, что что-то сейчас вот произошло, то я не знаю что. Ну капец, слишком много аномалий, каких аномалий? Где аномалии, рисунки, картины? Картины на месте, это все на месте, здесь все на... Аномалия? Аномалия убрана. Ладно, окей, я не буду даже вдаваться в подробности, где там была аномалия. Я просто ищу дальше аномалии, потому что у меня времени нету. Я сейчас просто проиграю. Мне кажется, что вот в этой комнате что-то... Чё за звук? Чё за звук? Я такого ни разу не слышал. А, это в спальне радио заиграло. Это электричество. Быстрее, пожалуйста, зарепортись, я тебя прошу. Пожалуйста, зарепортись, у меня времени нету. Быстрее, быстрее репортись. Ты смотри, орёт. Я капец бы я обосрался, если ты приезжал на кровать, а там вот эта штука. Заорала. Хорошо, давай на кухне. Допустим, на кухне что-то поменялось, я этого просто не замечаю. Допустим, что-то поменялось. Опа, пуфик, пуфик, пуфик поменялся точно. Это 100%, это 100% перестал... Я еще и там аномалию убрал, ты посмотри. Я еще и там, я просто на рандом тыкнул и убрал какую-то там аномалию. Здесь по-любому поменялся пуфик. Пуфик должен стоять в этой части, точно не в этой. Все, аномалию мы убираем. Да, капец, слушай, я не знаю, сколько я уже аномалию убрал. Но, по-моему, мы идем на рекорд. По-моему, мы идем на рекорд, ничего не вижу. Давай пофигу тоже сразу тыкаю, что здесь произошел какой-то дисплейсмент. Я не знаю, как, что именно здесь поменялось. Ну, допустим, что-то поменялось. Что-нибудь изменилось, картины поменялись, картины не поменялись. Ну, по-любому что-то здесь изменилось. По-любому что-то здесь изменилось. Все, я ты... Ну уже рекорд. Ну как тут больше 20 найти, я вообще не представляю. Я поставил телефон на зарядку. Он у меня тут рядом лежит, заряжается. Если что, буду туда подглядывать. Давай сразу проверим. Юрформ — это тень с белыми глазами. Притчер — это шепот. Все, я запомнил, я готов тыкать. Я тут уже миллион аномалий каким-то образом убрал. Честно, вообще случайно. Большее количество аномалий я убираю случайно. То есть я их даже не замечаю. Я просто по КД тыкаю на все, что только можно. И что-то где-то находится каждый раз. Знаешь, что я узнал? Оказывается, вот здесь вот должна быть одна щетка. Ну ты как бы, наверное, об этом знал, а вот недавно здесь было две щетки, и я тут нашел аномалию, то есть появилась еще одна щетка, и это мимик. А здесь что-то появилось, а лампочки, по-моему, три стало, или тут и было три. Я схожу с ума! Я схожу с ума! Здесь мы тыкаем мимик, мимик мы тыка. Ты видишь эту хрень? Ты видишь, тут телевизор включился, а я не могу тыкнуть, потому что у меня там происходит аномалия. Происходит аномалия, электричество. Электричество вырубаем, репортим, репортим электричество. Все нормально, здесь я заметил, телевизор точно не должен быть включенным, пофигу. Идем дальше смотреть все, что только можно, потому что останавливаться на одном нельзя. А электричество вообще очень сложно просрать, подожди. Смотри, скалка, скалка поменяла. Я тебе говорил, что-то со скалкой связано все-таки будет. Вот, скалка, она должна быть вот здесь, а она вообще где-то возле раковины стоит, поэтому мы по-любому тыкаем дисплейсмент, и это 100% должно сработать. А, 1000000% это должно сработать. Аномалия убрана. Зашибись. Подожди, по-моему, кубика желтого здесь не было. Он здесь всегда был. Я не знаю. А, аномалия не найдена. А я тыкну вот так вот, мимик вот сюда вот тыкну. Возможно, что-то найдется. Здесь ничего нет. Здесь тоже ничего не поменялось, по идее. Подожди, по-моему, там... Я какую-то аномалию нашел, я не знаю какую. По-моему, вот там что-то тоже поменялось. По-моему, здесь не было молотка. Или он был. Я не знаю, просто на тебя случай тыкну. Ничего не понимаю. Я ничего не понимаю, но я везде просто тыкаю. Допустим, сюда дисплейсмент тыкнем пока. Это что за хрень? Подожди, человек. Размазанный чел. Это флейвит? Это флей... Подожди, а где он? Он тут стоит! А как это понять? Тут чел стоит! Флейвит, хорошо, флейвит, 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 флейвит. Это флейвит.
Я не знаю, тут мужик стоит, ты посмотри, что с ним! Это точно флейвит, это точно флейвит. Да? Капец, такого я еще не видел. Я просто сразу же пошел проверять, что это вообще за фигня, потому что я такого еще не видел. Я первый раз такое увидел. Так, смотри, давай сразу здесь тыкаем, что, не знаю, дисплейсмент здесь тыкаем, дисплейсмент. Капец, я обосрался. Мужик решил постоять. Подожди, это Притчер. Это Притчер, такого у меня тоже не... Не туда тыкнул! Я не туда тыкнул Притчера, боже, я не туда прыгнул. Это Притчер, я слышал шепот. Шепот это Притчер, только он в туалете. А я тыкнул, что он в зале. Все, в туалет тыкаем Притчера. Что-то изменилось, не изменилось. Не понимаю, В смысле аномалия не найдена? Как она... Что-то было? Как аномалия может быть не найдена, если там точно было это? Ну, я тебе зуб даю, там был шепот. Это же не просто так. Может быть, это не Притчер, может, кто-то другой. Аномалия не найдена. Да как не найдена-то? Хорошо, здесь пусть будет найдена. Да как не найдена-то? Ну как она не найдена? Страшно. 14 аномалий! Я снова поставил рекорд, но это все еще не победа. Это все еще не победа. Но я уже увидел какого-то мужика и такого вообще еще ни разу не видел. Окей, я играю на победу. Хочу 20 аномалий за сегодня найти. Минимум 20. Я не знаю, сколько нужно для победы, но 20 я хочу найти. А, это что? Это что за дичь? Это что за нахрен? Так, твою мать, это что? Это кто? Это, я не знаю, пьюр... Я сидел такой спокойный. И тут на тебе какая-то хрень стоит, боже. Обосрался, блин, что за дичь? Да-да, я понял, очень крутая музыка. Очень классный музончик, качает нереально, но я, пожалуй, все-таки его выключу. Блин, я просто не хотел записывать весь геймплей, как я заново пытаюсь найти эти аномалии. Хотел уже чего-то интересного начать, а тут банс на тебе. Это что за дичь? Это что за хрень? Подожди-ка. Здесь что-то мигает, это электричество? Это же электричество или что это? А что тут вообще мигать может? Тут же ничего нет. Тут же ничего вообще нету. Больше не мигает. Охренеть, ты посмотри, какие там виды-то красивые за окном. Это, знаешь что? Я знаю, что это. Это unknown, потому что у меня похожая тема была в прошлом. Да, скорее всего, она и была. Просто в прошлый раз у меня все было черно-белое, поэтому я не... Смотри, капец, как красиво. Это обои до рабочего стола на Windows. Подавился аж. Сейчас сдохну, блин. Что? Уйди нахрен! Я вначале даже не понял, что это! Флейвит, размазанное лицо, быстрее уберись нахрен! Да уберись ты, уйди! Уйди, кыш! Не смотри на меня так, я капец, у меня дрожь по телу нахрен! Твою мать, у меня сердце бьется, как у нездорового человека, это ненормально. А здесь по-любому... Твою мать, слишком много аномалий, Аномалия убрана, хорош, лучший, вообще лучший. Вот сюда тоже тыкаем, на всякий случай сразу репортим. Что-то по-любому поменялось. Что-то, да ну все пикает у меня. У меня все пикает, оно пикает и пикает. Что не так? Аномалия не найдена, это кошмар. Ну почему, когда аномалия одна на весь дом, я ее нахожу, а когда их миллион, я их не вижу. Я их просто, у меня мозг отказывается распознать аномалию. Я не знаю, мимик, хорошо, здесь будет мимик. Сейчас я проиграю. Я сейчас просто проиграю и не увижу ничего. Я не знаю, где аномалии, хватит мне об этом писать. Все, я понял, что я дурак. Все, ты хочешь написать, что я дурак? Я дурак, все, я признаюсь, можешь не писать, я дурак. А где что-нибудь есть, пожалуйста, хоть что-нибудь, я хочу заметить, я ничего не вижу. Аномалия не найдена, ну конечно не найдена, потому что их тут нет, а мне обманывают. Мне говорят, что они есть, а их нету. Ну, понимаешь, это игра обманчивая. Посмотрим телевизор. Пока я не могу это зарепортить, потому что у меня ищется другая аномалия. Репортим, посмотрим телевизор. Что там показывают? Новости какие-то. 95% выросло, чего-то там выросло. Вырос мой страх от этой игры. Убрали аномалию. Отлично. Что-нибудь еще? Не знаю, что это было. Я вообще в душе не гребу, что это могло быть, но что-то сейчас точно случилось. У меня моргнул свет, это значит, что что-то случилось. Только где? Аномалия не найдена. Так, окей.
понятно, как это пройти, это невозможно. Кто эти люди, которые это могут пройти? Это я не знаю, как... кем нужно быть вообще, чтобы замечать каждое изменение в комнате. Так причем еще, понимаешь, нужно заметить не просто изменения, а нужно понять, что-то переставилось или что-то добавилось, потому что это разные аномалии. Еще может картина поменяться, может еще что-то. Я вообще в шоке, это очень сложно. Какой мой рекорд получается? 14 аномалий или сколько? Или 13 у меня даже рекорд, я не знаю. Короче, давай на этом остановимся. Если тебе реально хочется увидеть еще одну серию, выгружай огромную фуру с лайками прямо под этот видос, и я запилю еще одну серию, потому что игра нереально интересная, она так манит себя пройти, но очень сложная. Поэтому я сразу пойду записывать серию, как только увижу под этим видео очень много лайков, так что ставь лайк, подписывайся на канал, тыкай на колокольчик, чтобы не пропустить следующий видос. Про мой телеграм-канал тоже не забывай, туда тоже можешь писать, где ты увидел аномалии, которые я не увидел. По-любому, ну, все комментарии будут про то, что я тупой и ничего не увидел. Ну, извините, вот такой вот я. Обязательно пиши в комментариях тайм-коды, на которых ты увидел аномалии, и пиши, что ты именно увидел, потому что многие просто так тайм-коды скидывают. Я по ним перехожу и ничего все равно не вижу. Пиши, что ты увидел и когда, и увидимся с тобой в следующем видео. Пока!